тема нашего сегодняшнего занятия – сердечно-легочная реанимация. Понятно. Переименуемся. Сколько человек? 15. Экран всем видно. Идете пообедать. Да, все видно. Итак, что же такое реанимация? Реанимация от латинского слова «анима», то есть воскрешать, одушевлять, и частица «ре» – повторное действие. То есть, говоря иными словами, возвращение к жизни. Так, что же необходимо знать о себе? У взрослого человека частота дыхания в норме 12-18 вдохов в минуту. Частота сердечных сокращений 60-80 в минуту. Величина артериального давления 120/80 миллиметров ртутного столба. Жалко, что здесь не сказано, какая нормальная сатурация у человека, потому что это тоже важно. Нормальная сатурация у человека, я вам скажу сейчас. Нормальная сатурация у человека 95-96-100%. Что же такое клиническая смерть? Клиническая смерть – это переходное состояние между жизнью и смертью, когда человек еще не умер, но уже и не живой. Клиническая смерть начинается, да, Михаил? То есть клиническая смерть – это типа ты лежишь парализованный, но ты можешь видеть, да? Нет. Человек, как правило, при этом без сознания находится. Ну, такое как бы пограничное состояние между жизнью и смертью. У него может отсутствовать дыхание, может отсутствовать сердечная деятельность, остановка кровообращения. Но это еще не смерть как таковая. Его можно спасти. Вот и начало клинической смерти начинается с остановки кровообращения. Продолжительность 3-5 минут. Это тот промежуток времени, за который, в принципе, можно спасти человека. Через 3-5 минут наступает остановка сердца, может, дыхание. Через 7 минут умирает головной мозг, и начинаются уже необратимые последствия. Признаки клинической смерти, остановки кровообращения, отсутствие сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной артерии. Вот если мы вот тут прощупаем на шее у себя сонная артерия, то при клинической смерти мы не услышим пульсацию. Вот в нормальной сейчас ситуации вы можете у себя прощупать, будет слышно. И еще один такой признак. Зрачки могут не реагировать на свет, а могут реагировать на свет. Если вы видели часто в фильмах или сериалах на медицинскую тематику,
Медики часто светят фонариком в глаз человеку. Вот это проверка, реакция зрачка на свет. Если зрачок расширяется, значит человек еще живой. Если нет реакции зрачка на свет, то это уже смерть. Изменение цвета кожных покровов. Цвет кожи зависит от причины. Бледные кожные покровы, как правило, при остановке кровообращения. Синюшные при остановке дыхания. Это может быть утопление или повешение. Розовый цвет свидетельствует об отравлении угарным газом. Вот то, что я говорил. Изменение величины зрачка. Зрачки расширяются через 30-40 секунд после остановки сердца. Через 2 минуты они уже расширены полностью. Но у 30% могут оставаться средней величины. Зрачки сужены при отравлении фосфорорганическими соединениями или при передозировке наркотиками. Остаются узкими при передозировке снотворными и разной величины при тяжелых черепно-мозговых травмах. Признаки необратимой смерти или биологическая смерть – это появление трупных пятен, такие фиолетового окраса, пятна на теле появляются, трупное окоченение, когда человек лежит в одной позиции и уже нельзя его сдвинуть. Снижение температуры тела. Если труп потрогать, то он будет холодный. Реанимация производится во всех случаях клинической смерти при отсутствии явных признаков биологической смерти и всем пострадавшим, независимо от возраста и положения. Реанимация не проводится при явных признаках биологической смерти и при травмах, несовместимых с жизнью. Итак, порядок выполнения реанимационных мероприятий. В первую очередь, если вы обнаружили лежащего человека неподвижно, нужно в первую очередь убедиться в собственной безопасности. Нет ли вокруг оголенных проводов, нет разлития горячих или взрывоопасных жидкостей, пригодная атмосфера для дыхания. Нет ли там отравляющих веществ каких? Нет грозящих падением деталей строительных, устойчивость аварийно-транспортного средства. То есть вокруг. Оглянуться вокруг надо и убедиться в безопасности своей. После этого надо встряхнуть человека и окликнуть словами, ну, любой, допустим, что с вами, вам нужна помощь, позвать на помощь надо, словами, помогите человеку плохо или вызовите скорую помощь. После этого надо запрокинуть голову для восстановления проходимости дыхательных путей. Оценить дыхание в течение
трех секунд по принципу вижу, слышу, ощущаю. Вы можете поднести ухо человеку и послушать. Можете просто рукой, и вы ощутите в ладонь тепло от дыхания. И можно ощутить тепло от дыхания либо щекой, либо ладонью. А еще есть такой метод ниткой проверить. Обычная нитка над носом человека, ее в спокойном состоянии взять и поднести. Если нитка будет колебаться, значит, дыхание есть. Если нет, то значит, соответственно, дыхания и нет. После этого сообщить обязательно вызов бригады экстренной медицинской помощи. Сообщить адрес, обязательно обозначить, что пострадавший находится без сознания и не дышит. Если отсутствует дыхание, то надо запрокинуть нос, сделать два эффективных вдоха рот к рту. Объем вдуваемого воздуха 0,5-0,7 литров. И визуальный контроль при поднимании грудной клетки. Не более 5 попыток, если вдохи неэффективны. Вот. При этом можно использовать защитные средства. Там есть в продаже такие специальные приспособления для проведения искусственной вентиляции легких с бактериальными фильтрами или обычной маской можно использовать кусок ткани любой. Вот. Оценить признаки жизни, дыхание, движение и кашель. Если отсутствие признаков указывает на остановку сердца, кровообращения. Если признаков жизни нет, то надо проводить непрямой массаж сердца в темпе 100 в минуту на глубину 4-5 сантиметров. То есть складывайте руки в замок вот таким образом или вот таким в замок. И вот этой частью нажимаете на грудную клетку. С частотой 30 массажных толчков. То есть вот так раз и пошли вот так раз, два, три, четыре, пять, шесть, до 30 раз. И продолжать мероприятие в соотношении 2 вдоха, сделали 2 вдоха и 30 нажатий до прибытия специализированной помощи или до появления признаков жизни, если пострадавший задышал или у него появилось сердцебиение. Проверить это можно также на сонной артерии. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у детей. У детей для год
До года для открывания дыхательных путей голова запрокидывается умеренно, то есть резко запрокидывать не надо, потихоньку. При проведении вентиляции легких спасающий обхватывает ртом, рот и нос ребенка и осторожно вдыхает небольшое количество воздуха. У детей дыхательные пути узкие, и они меньше, поэтому небольшое количество воздуха, которое помещается в ротовой полости, иногда. Этот объем воздуха называют защечным. Массажная точка находится на нижней половине грудины. Массаж сердца производится двумя пальцами. Пульс у детей можно определить как на сонной, так и на плечевой, а еще лучше на бедренной артерии. Вот. Ну и двумя пальцами, указательными пальцами вот так аккуратно давим на грудину. Или можно обхватить его четырьмя пальцами за спинку, а большими пальцами давить. Да, Михаил? А если ребенку 10-13 лет? 10-13 лет, тут уже сердечно-легочная реанимация проводится как у взрослого. Но вы можете давить одной рукой, положить одну руку и вот так давить одной рукой. Понятно. Частота дыхания у детей выше, чем у взрослых, и составляет не менее 20 вдохов в минуту. Частота надавливаний на грудную клетку не менее 100 нажатий в минуту. То есть, если взрослым мы давим 30 раз вот так, то детям 15 надавливаний. Ну и также сердечно-легочная реанимация проводится до прибытия скорой медицинской помощи или до появления признаков жизни. Если самостоятельное дыхание появилось до прибытия специализированной помощи, то надо придать пострадавшему стабильное боковое положение, то есть повернуть его на бок. Вот. Удаление инородного тела из дыхательных путей. Вот вы видите, обхватить сзади и по спине. Ударить или надавить на живот. Сейчас я вам покажу видео. Всем видно? Видно только окно этого. Да, видно только окно, не видно само видео. Видео не видно, видно проводник. Мне не видно просто основы сердечной. Библиотека, документ. Да, документ просто. А, вот теперь видно. Вот, все, вот. Сердечно-легочная реанимация –
Это комплекс мер для оживления человека, который находится в состоянии клинической смерти. Клиническая смерть – это обратимое состояние, но важно знать, что у человека, проводящего комплекс реанимационных мероприятий, есть только от 3 до 5 минут, чтобы сохранить жизнедеятельными клетки головного мозга. А для этого нужно четко знать, какие существуют признаки клинической смерти и как их определять. И еще хочу сказать, сердечно-легочную реанимацию может проводить человек, не будучи медиком, потому что, владея комплексом этих мероприятий, можно возвратить человека к жизни. Надо только четко уловить алгоритм действий. Ну а обоснование медицинское, биологическое в том, что наше сердце представляет собой мышечный мешочек, который находится в грудной клетке между двумя крупными костями. И сдавливая этот мешочек между двумя этими костями, мы восстанавливаем кровообращение и прежде всего клеток головного мозга, что нам, в общем-то, и нужно. Что касается дыхания, если у человека это дыхание отсутствует, мы можем передать ему часть кислорода, потому что в атмосферном воздухе, который мы вдыхаем, 21% кислорода. А вот тот кислород, который выдыхает человек, выдыхаемый его в воздухе, находится до 16%. Таким образом, мы можем подарить этот кислород человеку, находящемуся без дыхания. Итак, с чего же надо начать? Прежде всего, увидев человека, лежащего где-то, ну, предположительно потерявшего сознание, мы должны определить, есть ли у него сознание, дыхание и кровообращение. Но прежде чем к этому приступить, мы определяем, нет ли вокруг опасности для себя и пострадавшего. Внимательно смотрим вокруг, нет ли каких-то предметов, которые могут взорваться, нет ли легко воспламеняющихся жидкостей или проводов под высоким напряжением. Итак, определяем признаки клинической смерти. Прежде всего, мы должны удостовериться, в сознании человек или нет. Для этого мы слегка встряхиваем его за плечи и обращаемся к нему. Что с вами? Вам плохо? После чего, удостоверившись, что человек не реагирует, просим кого-то прийти к нам на помощь и вызвать скорую помощь. После чего применяем прием «слышу, вижу, ощущаю». Для этого мы должны определить, есть ли у человека дыхание и сердцебиение. Все это нужно проводить быстро и практически одновременно. Для того, чтобы определить, есть ли у человека дыхание, мы переразгибаем его голову, освобождая дыхательные пути, кладем одну руку на лоб, другую большим пальцем отодвигаем подбородок вниз, наклоняем над ним ухо, чтобы ощутить, есть ли движение воздуха. А глазом в это время смотрим, есть ли экскурсия, то есть поднятие, опускание грудной клетки. Если мы не видим дыхание, следующий момент определяем, есть ли у человека кровообращение. Для этого нужно определить, есть ли пульсация на сонных артериях. Сонные артерии определяются так. Посередине шеи мы находим щитовидный хрящ. Он выступает обычно над поверхностью шеи, и сдвигаем руки в бок до впадины, прижимая здесь мягкие ткани, определяем, есть ли пульсация сонной артерии. Это можно проделать как слева, так и справа. Если мы не определяем пульсацию сонной артерии, значит кровообращения нет, и нужно начинать непрямой массаж сердца. Начинаем непрямой массаж сердца. Точка приложения наших рук – это середина грудной клетки. Мы сюда укладываем руки друг на друга. Важно, чтобы пальцы не прикасались к поверхности грудной клетки, чтобы не сломать ребра пострадавшему. А делаем это основанием ладони. Руки обычно сцепляются в замок, и верхняя рука как бы оттягивает пальцы на себя. Нажимаем довольно резко, выпрямленными локтями, не сгибая локти, а наваливаясь всем весом туловища. Движения резкие, так, чтобы грудина прогибалась на 4-5,5, ну, до 6 сантиметров. Это считается наиболее эффективным методом для восстановления и поддержания кровообращения. Таких нажатий, компрессий грудной клетки должно быть 30. Можно громко считать и с частотой
100-120 в минуту. То есть на одну секунду приходится 2 нажатия. Достаточно интенсивно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 раз. Следующий момент – это искусственная вентиляция легких. Прежде чем ее начинать, необходимо обезопасить свои дыхательные пути от дыхательных путей пострадавшего. В условиях вне больничных, где-то на улице, в помещении, для этого пригодится любое подручное средство. Это может быть кусок майки, это может быть обычный носовой платок. Для этого вы прикрываете дыхательные пути пострадавшего, кладете одну руку ему на лоб, пальцами свободными, указательным и большим зажимаете ему ноздри, переразгибаете шею для того, чтобы осуществить проходимость дыхательных путей, делаете вдох, выдох делаете в пострадавшего, одновременно контролируя движение грудной клетки. Есть ли эффективность от вашего выдоха? 2 раза. Выдох надо делать достаточно энергично, и для того, чтобы вся искусственная вентиляция заняла не больше в целом 5 секунд, после чего продолжайте непрямой массаж сердца. По десятке. 10 раз отсчитали, и еще 10 раз, и так далее. Продолжать нужно не менее 2 минут. Если при вас нет часов, это можно определить как 5 циклов. 30 нажатий, 2 вдоха. Ну а в идеале это, конечно, желательно до восстановления сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего. После чего ждете приезда скорой помощи. Если человек остается без сознания, необходимо придать ему устойчивое положение. Это я могу показать на добровольце. После того, как мы восстановили у пострадавшего кровообращение и дыхание, но он еще находится без сознания, мы должны подождать бригаду скорой помощи, но прежде всего придать нашему пострадавшему устойчивое положение. Для того, чтобы у него не было западения языка, чтобы он не задохнулся, при возможной рвоте, чтобы он не захлебнулся, мы должны повернуть его на бок. Делаем это так. Одну руку отводим в сторону, другую руку сгибаем в локте, укладываем на живот, ногу, которая от вас дальше, тоже сгибаем. И вот двумя рычагами за бедро и за предплечье поворачиваем пострадавшего на бок. Видите, получается, что он лежит у нас вот так, достаточно устойчиво. Руку подкладываем под щеку. В этом положении человек устойчив, можно дожидаться приезда скорой помощи. Сейчас посмотрим особенности сердечно-легочной реанимации у детей. Всем видно? Да. 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 Здравствуйте, меня зовут Ольга, я врач-реаниматолог и инструктор Центра обучения «Первая помощь». На прошлом занятии мы с вами разобрали алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации у взрослых. А сегодня посмотрим особенности проведения реанимации у детей. Начнем с того, что у детей, в отличие от взрослых, чаще останавливается сначала дыхание. То есть первоначальные проблемы с дыханием, и лишь потом происходит остановка сердца. То есть, если нет каких-то первоначальных проблем с сердцем у ребенка, например, порог сердца. Поэтому отсюда идут и особенности реанимации. У детей сначала делается первые 5 вдохов, в отличие от взрослых, да? А затем уже начинается реанимация, так же, как у взрослых, соотношение надавливаний к
вдохом 30 к 2. То есть 30 надавливаний на грудную клетку, 2 вдоха. Но проводятся первые 5 вдохов. И вторая особенность, то есть в зависимости от возраста, мы можем проводить реанимацию непрямой массаж сердца одной рукой или там двумя пальцами. То есть это делается для того, чтобы не приложить чрезмерные усилия и не сломать ребра ребенку. У детей... Еще раз напоминаю, у детей до года мы проводим реанимацию двумя пальцами, у детей после года мы уже, как у взрослых, одной или двумя руками. И мы также действуем по алгоритму, то есть оценка обстановки, оценка сознания, дыхания и затем реанимация. Значит, помните, что дети до 14 лет, согласие на оказание помощи, вы спрашиваете у их родителей или законных представителей. А если их нет, то согласие не требуется. Значит, вот перед нами ребенок, то есть старше года, ну, примерно, да, и лет где-то до 70. Мы начинаем также с... определяем сознание, дыхание определили, да? И нам нужно сделать первые 5 вдохов. Вас по размеру, и у него меньше объем легких. Соответственно, вдыхать воздуха нужно меньше в него. Достаточно, чтобы поднялась грудная клетка. Дальше переходим к непрямому массажу сердца. Непрямой массаж сердца у ребенка старше года делается одной рукой. Также мы ставим пятку ладони, основание в центр грудной клетки, и проводится одной рукой непрямой массаж. Верхний предел этого около там, 10 лет, да? Но зависит от размеров ребенка. Если вам тяжело прокачивать одной рукой, то есть вы можете делать это двумя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 29, 30. При этом продавливаем грудную клетку на 1/3 ее глубины. То есть это около 3-4 сантиметров. И снова переходим к дыханию. И здесь уже делаем 2 вдоха, как у взрослых. То есть продолжаем по алгоритму. 30 надавливаний, 2 вдоха. 30 надавливаний, 2 вдоха. Через минуту определяем наличие или отсутствие дыхания у пострадавшего. И, если необходимо, продолжаем реанимацию. Вот перед нами ребенок до года. Он совсем маленький, и поэтому ему непрямой массаж сердца мы будем проводить двумя пальчиками. То есть также начинаем с первых 5 вдохов. А если ваш ребенок не может, можете не использовать средства защиты. Например, запрокинули голову. Но лучше, конечно, средства защиты стараться использовать. Здесь вдохи должны быть совсем маленькие, то есть, чтобы не причинить травму легким. Сделали 5 вдохов, поставили 2 пальчика в центр грудины и делаем надавливание двумя пальчиками. Они стоят один под другим. Я хочу послушать. При этом продавливать мы должны также на 1/3 глубины грудной клетки, как у более старших детей. Затем мы делаем 2 вдоха. Обхватывать губами и рот, личико маленькое, вы можете обхватывать губами и рот, и нос пострадавшего полностью. Если же уже чуть побольше ребенок, да, вы обхватываете только рот, так же, как у взрослого, и тогда нос зажимает. Ну зачем вы это? Все, реанимация проводится так же, как у взрослых, до возникновения дыхания, до приезда скорой помощи или до тех пор, пока вы не устанете настолько, что не сможете продолжать. Значит, как вариант, вы можете проводить непрямой массаж сердца двумя пальцами разных рук, поставленных
друг под друга, ноготь к ногтю. Например, если у вас длинные ногти. Итак, значит, главное отличие от взрослых детей – это то, что у них останавливается все-таки сначала дыхание. И мы делаем первые 5 вдохов. И затем уже продолжаем так же, как у взрослых, реанимацию. Также мы используем меньшее надавливание на грудную клетку, то есть или одной рукой, или двумя пальчиками с меньшей силой. И дыхание проводится меньшим объемом. Помните, это очень важно, чтобы не нанести травму легких ребенку. Итак, сегодня мы разобрали особенности реанимации. И теперь рассмотрим прием Геймлиха для освобождения дыхательных путей. Если, например, у нас что-то застряло в дыхательных путях. Всем видно? Да. 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 Хорошо. Вот, ложим ребенка на руку лицом вниз, при этом удерживаем подбородок. И голова у нас ниже груди. Основанием ладони стукаем по спине 5 раз между лопатками. Вот. Не сильно. Если объект в горле, то надо на спину перемирать. Снова положить на руку и зафиксировать голову. Голова всегда должна быть ниже груди. Двумя пальцами 5 раз надавить на грудь ребенка. Можем так надавливать, можем вот так, или ж опять обхватом вот так. Вот. У кого есть какие вопросы? У меня. Слушаю. У всех детей, у всех людей надо разного возраста надавливать 30 раз. Да. Вдохи разные. Вдохи разные, потому что у взрослых у нас дыхательные пути широкие, у детей дыхательные пути узкие. Об этом надо помнить. Чтобы не нанести дополнительную травматизацию дыхательным путям ребенка, следует это делать очень осторожно и не сильно. Спасибо. Пожалуйста. У кого еще есть вопросы? Если вопросов ни у кого нет, то наше сегодняшнее занятие окончено. Всем спасибо за внимание.